Так, друзья, всем привет! Сейчас растаплюем буржуйку для сковороды. Будем жарить стейки. И на шашлык уже жар хороший. И будем жарить шашлык. К чему мы это все организовали? Потому что у нас январские опоросы прошли, и мы, так сказать, обмиваем январские опоросы. Таким образом. В январе уже все, опоросов не будет. Все прошло успешно. Все хорошо. Ну, были нюансы, не без всего. Ну, в принципе, а где без нюансов? Все, тут жар уже трошки остывать начал, пока я дома посидел, кофе попил. У нас получается, первая опоросилась обезьяна, вторая киевлянка, третья вчера опоросилась кантор шанюра. Поросята живі, здорові, нікого не подавили, все нормально. О, жар хороший тут. І все, тут поки зараз. О, диви, як шмав. Ого. Ого, так швидко, диви, шмих. Шмих. От тепер цю розпалюємо. Давай! Пи! Пи! Так, тут закрываем. Сюда. Хватит, наверное, тогда. Да, хватит. Так, друзья, сюда вот такие вот стейки будут. Ну, пригора сразу. Центр пригора. Вот. Давно не пользовался за сковородку. Во. О! Вот так. Вот так, чуть-чуть перчик. Так, а тут у нас
Тут у нас тоже шкварчит. Надо поменять, наверное, местами. Эти два, эти три сюда, а эти два сюда. Тут закрыть, а тут поддувальчик открыть. Вот так, чуть-чуть. Пробуем переворачивать. Вот. Вроде бы аппетитно. Так, что тут у нас? Ну, а тут красотища. Ой. Да, оно так на медленном нормально дойдет. Отлично будет. Ну а тут тоже потихоньку процесс идет. Проверим сейчас. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Ну, готовый почти, да? Щось уже починає бути похоже на готовий стейк. Я не спеціаліст в приготовленні стейку. Це так, пробую. Ну, дивлюсь, що все вроді би хорошо, нічого не пригорає. Корка не згорає зверху, то есть хорошо прожарюється. Ну попробуем, попробуем, разрежем, глянем, скажу, как получилось. Вот такие маленькие празднички устраиваем себе в семейном кругу. Ну чисто, знаете, как опоросы происходят, все хорошо, все живы, здоровы. И думаю, что бы не отметить. Взял кусок мяса, та. И вот так я бы еще бочками прожарить, типа. И чаще надо переворачивать. Так, а тут у нас... О, ну тут еле-еле оно и не сгорит уже. Бо жар. Еле жеврия. Я думаю, отлично будет. Хай еще трошки. О! Разошлась печка.
Печка разошлась, ого-го. Что, можно разрезать, попробовать, да? Сейчас ножичек возьму. Ну, гляну, чисто подивиться, как внутри. Ой, вообще классно, да? Оп. Ну, в принципе, уже можно забирать, да, Вик? Уже, я думаю, и отлично. Там мне стейки больше нравятся, чем те вкус. Бочка. Я думаю, можем уже снимать. Так, ну, грубо говоря, чтобы не остывало, на край их положим. Шедевр! Какое-то необычное такое тут. Не таке, як шашлык. Я предлагаю шашлыком не панькаться, туда его скатить. Новый вид. Шашлык сначала на мангале, а потом, чтобы наверняка был готовый. Вот так. Это уже моя более упрощенная версия. Называется наверняка. О! И оно наверняка проготовится. Одне мясо. Так, стейки, чтобы мои не сгорели. А, оно тут. Во! Як пирожки. Як жарені пирожки стейки. А шашлык, дивіться, який. О! Любий, хто б глянувся, що реально вживу, удалився слюною, я в тому числі. І мій шарик сюди. Оце воно. На крайняк шашлилося, на крайняк. Уже наверняка шашлик доготовиться внутрі. І воно ще так обжарено. На диму, на углях, і плюс ще на сковороді. О, пожалуйста, дивіться, о! О! Оце воно! Ось як треба жарити, а ми на шампурах. На шампурах зверху обдав для огонька, для димка, а потім на сковородку треба перекидувати. Дивіться, як это, як зажарка в борщ. Золотисте все, красиве.
А один як пирожки. Жарені, як жарені пирожки. Смотрите, яка красотища. Сейчас будем пробовать. Вот это оно. А то рассказывают, так, не так. Так, не так, перетакувать не будем. Главное, чаще перемешивать, чтобы оно не пригорало. О, а это оно. Красиво, дай. Вон Богдан уже прибег. Где? Гляну трохи. Ну да. Видать, запах арфату проник, и він право прибіг. А це воно, ось. Упрощенна версія. Ось. Все, забираємо, вже готово. І стейки забираємо, все забираємо. Стейки можна так по два зразу брати. О, опа, опа. О, оце воно. І ніхто не скаже, що шашлик сирий, не доготовується. Все. От, пожалуйста. От така вкуснотища вийшла. Підемо пробувати, зараз скажу, вкусне, невкусне, покажу вдома вже там. Так, друзі, пробуємо. Стейк, іменно стейк. Готовий, не готовий. Ну от. Зараз. О, дивіться, який він виходить. От, покажи їх ближче. Все готове, все пропечене, все як треба. Бачите, де я кнопку повісив? На кухні сижу, їм і за вас вспоминаю завжди. Думаю, от в мене підписчиків скільки. Ну, молодці ж усі. Не пройшло і 3 роки, і кнопка вже серебряна в мене. Спасибо кожному із вас. За вас піднімаю тост, обмиваємо опороси январські і вас благодарю за кнопку. Ну і пробую. На тарілочку. От, отак, раз. Первый раз в жизни вот так жарю стейки. Они сейчас накинутся не на шашлык, а на мои стейки. Всем приятного аппетита и всем пока.